Привет всем друзьям. Сделаю маленькое видео насчет генератора Bedini. Он здесь. Пока не разбираю, продолжаю потихонечку. Но я перешел на генератор энергии совсем по-другому, по Тесле. Здесь я пробую такие всякие вещи. No i этот генератор я покажу вам. Здесь он комплект уже сделаný. Значит, на мотка хожая все будет должно резонировать na krátkých častotách. Elektroniku k tomu zdieľajú. Ona sovšiem nesložná a prostá. I a šipky, ktoré sa zdieľajú. Taká je šipka, čo nedieľajú rezonátor. Nužno, to by zdes byl rezonátor tej katuške. No jest Porsche variant rozgon toka ili rezonanci s rezonátorom, tak by rezonance v rezonance, što je to nazvanie, ja nenavížu. Značit, posmotrim, zde sunuta taká je štuka, očin vážená je. Значит, труба пластмассовая. И здесь намотан термалой. Ширины 2 сантиметра. 1 миллиметр расход. Намотан по этой длине всей. Здесь намотана намотка одну эту сторону, промежуток, и здесь вторую, как бы филя. Этот качественный правильный алюминий. Здесь наверху селен. Но это как бы неважно. И сюда будет засовывать феррит. Значит, пермалой для низких частот, феррит для высоких частот. И здесь будем так регулировать частоту и индуктивность этой системы. Значит, это первое видео, первый шаг, как все сделать. Все буду постепенно давать на свой канал, информировать вас всех. Все у меня, конечно, есть. Измеритель есть, осциллоскоп там еще, спектроанализатор. Все я проверю. И если я запущу, постепенно все буду здесь показывать. Начну запускать 200 ватт, постепенно 500 ватт. Должно работать на 2 киловатта. Но потом уже все будет греться. Значит, хватит нам, я думаю, бесперерывно 200 ватт. Там будет всем хватать, заряжать аккумуляторы. Значит, друзья, пока все.
на встречи, на YouTube. Всем здоровья, главное. Удачи. Пока.